Уже более 28 тысяч беженцев пересекли границу Нагорного Карабаха и Армении. Об этом сообщают в армянском правительстве. После стремительной азербайджанской военной операции по установлению контроля над регионом армяне массово покидают его, несмотря на обещание Баку обеспечить безопасность для всех его жителей. В ООН высказывают чрезвычайную обеспокоенность ситуацией. Of the Republic of Armenia is leading the response and indicated it will reach out to the international community to request support as and when needed. Между тем, до 125 человек возросло число жертв взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минздраве Армении. По данным ведомства, тела погибших перевезли на территорию республики. Еще 67 раненых находятся в ожоговом центре. Состояние большинства из них оценивается как тяжелое. В момент взрыва у топливохранилища собралась большая очередь из желающих заправить машины. О причинах трагедии не сообщается.